Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 145, из раздела «Сравнение десятичных дробей». Задание А. Выразите в метрах 17 метров 30 сантиметров. Так как в одном метре 100 сантиметров, то 30 сантиметров будет 30 сотых. Сокращаем 30 на 10, получаем 3. 100 на 10, получаем 10. 17,3 метра. Или же мы можем записать 17,30 и откинуть 0 после числа. Получится дробь, равная данной. 17,3 метра. 70 метров 50 сантиметров. Это 70,50. Убираем 0 после числа. Получаем ответ 70,5 метра. Выражаем в килограммах. 3 килограмма 430 граммов. В одном килограмме 1000 граммов. 430 тысячных килограмма получается дробная часть. 3,430 тысячных равно 3,430 тысячных. Убираем 0 и получаем 3,43 килограмма. 5 килограммов 80 граммов. Это 5,80 тысячных. Убираем 0 и получаем 5,08 килограмма. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.